Да, агитка, агитка за Россию. Сергей, встреча была полезной? Конечно, полезной. Все было очень, очень интересно, интересные вопросы. Вопросы, проникнутые озабоченностью нынешним состоянием отношений между Россией и Германией, Россией и Европой, Россией и Западом, и проникнутые стремлением это положение исправить. Мы к этому открыты, но надеюсь, что высокий интеллектуальный потенциал потсдамских встреч позволит донести необходимые сигналы до соответствующих адресатов. Есть какое-то движение после берлинской встречи на Нормандской четверке?